Друзья, приветствую! Сегодня 19 февраля, примем участие в форуме «Сильные идеи для нового времени». Очень такие смешанные чувства. Здесь было много треков, направлений по разным идеям, которые могут улучшить жизнь нашего общества. Я участвовал в треке по развитию экономики и предпринимательства. Участвовал во всех мероприятиях, было здесь около трех, ну три точно, где презентовались различные идеи из данного трека. На этом направлении было выдвинуто порядка 3900 идей, и здесь было представлено, не знаю, около 20-25 идей. Из них удивительно, что ни одной сельскохозяйственной тематики не было обозначено. В треке по венчурному финансированию была всего лишь одна идея, которая хоть как-то относилась к агро. Это, соответственно, логистика в агросекторе. Все. Ничего про сельское хозяйство здесь не было сказано. То есть буквально все это какое-то IT, VR и тому подобное, именно в развитии предпринимательства. И дошло даже до того, что был представлен проект по историческому фехтованию, который хочет, чтобы данное направление получило статус официальной спортивной дисциплины и соответствующую поддержку государства для дальнейшего развития данного сектора такого вот досуга. Вот, то есть, ну, честно говоря, обидно то, что проекты подобного порядка попадают сюда, но при этом проекты, которые озвучивают реально проблему, которая обеспечивает жизнь нас с вами и жизнь экосистемы и благополучие будущих поколений, в принципе, сюда не доходят почему-то. Это прям удивляет, расстраивает, но надеюсь, все-таки удастся пробиться вперед. Завтра приму участие в преакселераторе, там реклама получается преакселератора в Сколково. И единственный контакт, который представляет хоть какую-то пользу, который был получен здесь на форуме «Сильные идеи», это, соответственно, контакт со Сколково, с представителем, который в том числе имеет отношение к агрокластеру, направлению агросектора, соответственно, в Сколково. Ну вот, соответственно, сегодня отправлю презентацию нашего проекта и посмотрим, что из этого выйдет. Ну и завтра, соответственно, приму участие в рекламе этой преакселерационной программе Сколково. Буду держать вас в курсе. До новых встреч.